В Бердегестяхе 90% оставшихся без отопления жители обеспечены теплом. Аварийно-восстановительные работы идут по плану. К теплу подключены 23 дома, без тепла остаются 20 человек, из которых 15 имеют печное отопление. Об этом сообщил первый зампред правительства Якутии Алексей Колодезников. Также в эти дни к центральному отоплению подключат оставшиеся административные здания, энергосбыт, библиотеку и горный филиал нашей компании. На восстановительных работах задействовано 98 человек. Из жилых домов подключено уже 23 дома. У нас на момент аварии было 199 человек без теплоснабжения. На сегодня теплоснабжением обеспечено 179. Из 20 человек, которые сегодня без теплоснабжения централизованного, только 2 дома, в которых проживает 5 человек, без отопления. Остальные на печном. Все эти дома сегодня будут подключены.